Новые жертвы были найдены на востоке Нэшвилла, прямо посреди жилого района. Уже несколько месяцев в уютном и, казалось бы, тихом городке Нэшвилл орудуют серийные убийцы. Новыми жертвами стали три молодые девушки. Тела уже опознаны, и полиции была установлена связь. Все они были в ночном баре на Стил-стрит. Полиция взяла на контроль все дела, связанные с убийствами, и сегодня у нас в студии начальник розыскного отдела. Что вы можете сказать по этому поводу? Я могу заверить вас, что мы поймаем этого урода, и он ответит по всей строгости закона. Какая мера пресечения будет избрана после задержания? Это решение остается за судом, но я как отец двух дочек и муж очень надеюсь, что ему грозит смертная казнь. Майк, ты дома? Блять, опять, наверное, нахуярился в хлам. А я убираю за ним весь срач. После смерти родителей он бухает каждый день почти. Надо выкинуть весь мусор, который оставил Майк. Жертвы. Майли, 18 лет. Мия, 22 года. Сара, 19 лет. Все девушки убиты в течение последних 10 дней. Личные вещи жертв остались нетронуты. Ему не нужны ценности, и, судя по всему, это либо личное, либо он больной, сука, ублюдок, который убивает ради забавы. На месте преступления все было по той же схеме. Тела Майли и Мии были рядом. Мия держала Майли за таз, а ее руки были прибиты к телу Майли гвоздями. Пиздец. Тело Сары было неподалеку, ее левая рука была прикреплена к деревяшке, будто бы она куда-то указывала. Но ни отпечатков, ни ДНК на месте преступления найдено не было. Конец записи. Информируем вас о задолженности в размере $327 за коммунальные услуги. Пожалуйста, произведите платеж в кратчайшие сроки. А, черт, совсем забыл оплатить. Ой, ладно, нужно найти документы на оплату. Ой, бля, сплошные траты. Ладно, надо заначку из сейфа достать. Так, пароль. 1-9-0-5-1-9. Вроде так. Надо положить деньги прямо на счет, чтобы не забыть их завтра. Ой, на днях надо будет оплатить. Уф, черт, я такой голодный. Надо пойти похавать что-нибудь.
Майк, это ты? Майк. Сука. Мне что, въебал кто-то? Надо выбираться. И надо вызвать копов. Хранятся вещи родителей, я не хочу туда заходить. Можно попробовать выбраться через вентиляцию. Сука, Майк недавно сменил пароль, а я его не знаю. Черт, так я не сломаю решетку. Мне нужна отвертка. Вот и отвертка. Вообще, это неплохое такое оружие. Нет, нет. Это слишком опасно. Лучше через вентиляцию. В планах дома этого места нету. Майли даже не сопротивлялась, она просто замерла, когда я ее схватил. Как будто она знала, что все кончено, как только я до нее дотронулся. А Мия? Она была громкой, пыталась брыкаться, кричать, пока я не заставил ее остановиться. Знаешь, ведь эта часть мне нравится больше всего, когда надежда в их глазах испаряется. А что Сара? Она умоляла. Я почти ее отпустил, дав ей чуточку той самой надежды. А затем я ее отобрал. Ведь я всегда заканчиваю то, что начинаю. И поверь, я еще не закончил.
Пиздец, я будто в фильме ужасов. За этими балками что-то есть. Надо найти способ их сломать. Угу. Если я найду шланг, я смогу выкачать кислоту из бочки. А, твою мать! Это кислота? Сука! А вот и шланг. Ну, я надеюсь, кислота его не разъест. Топор идеально подойдет, чтобы сломать эти балки. Сука! Сука, что это за херня такая, а? Фу, бля. Камера. Надо заснять все, чтобы потом были доказательства и улики.
увидишь ящики, грузи ящики. Закончишь, получишь шиш. Надо найти спуск. Что сможешь спрятаться за этим милым невинным личиком? Ну поверь, я знаю тебя настоящего, и это лишь вопрос времени, когда они тоже это увидят. Тик-так, тик-так.
ремни на него. Привязан, как сраная марионетка. Вы чем-то похожи, не правда ли? Полиция в 3 минутах от этого места, и, увы, тебе не сбежать. Как жаль, что теперь все мои заслуги достанутся тебе. Но зато какая громкая новость. Местный полицейский, который год назад потерял семью в страшном ДТП, стал серийным убийцей. В подвале все в твоих отпечатках, а по поводу диктофона не переживай. Записи удаляются, как только ты их прослушаешь. Желаю удачи. И помни, что я всегда рядом. По нашим данным, прямо сейчас в его доме проходит обыск. Сам же подозреваемый отрицает свою вину и сообщает следствию о своей невиновности. Подождите. Только что в студию поступила информация, что в подвале были обнаружены.